Почему вы решили сегодня играть концерт? Потому что я охуенен. Какой еще Ленин? Тот самый охуенен. Валерич, ты че? Телок что ли клеишь? Да! У меня к тебе вопрос. Как ты думаешь, какой? Какой? Где ты взяла эту шапку? Мне подарили. Я никогда не видел таких грибов. Мы всегда разговаривали о мухомор. Разговаривали о крабе, а сейчас по грибах. Во-первых, это мухомор. Во-вторых, я никогда не видел. Это какой-то мессия среди грибов. Мы были в лесу и нашли этот гриб. И мы будем его есть? Нет! Я знаю, что он имеет знания, и он может его передать. И если кто-то из вас захочет... Вы можете доказать нам вашу любовь. Ешьте грибы. Вы можете доказать, вы можете узнать, что кто-то станет плохим, кто-то станет хорошим. А кто-то станет еще хуже. Я могу обещать, что никто не умрет. Если кто-то хочет откусить, можете подойти. Давай. Все правильно сделал. Кто-то сегодня умрет. Я могу только облизнуть. Я ел много таких грибов. Блин, ну не надо. В детстве. Я не знал, что их нельзя есть. Вы, наверное, поняли, что это последний наш концерт, да? Прошел нас фанатами сегодня. Я сохранил утро, я не знаю, по-моему, это настоящий. Это же мухомор. Это настоящий мухомор. Причем такой мухомор, которого я никогда не встречал в жизни. Это особенный. Мухоморище! Он тебя тоже не встречал раньше. Он такой, я ни разу не видел такого Захара в жизни, ни разу не встречал. Этого гриба, мне кажется, что я тебя даже никогда раньше не встречал. А ты мне говоришь про этот гриб. Я тебе говорю. Итак. Юра! Есть грибок. У меня на балконе грибов стал порядка. Выйду с утра, сделаю зарядку, соберу урожай. Мне это не лень, хорошо и легко начинается день. Придут друзья, пожарим картошки, хлеба, лука, перца, немножко грибов добавим. Сверху еще нам хорошо и грибам хорошо. Грибосы в массе. Грибасы в массе, грибасы в массе, грибасы в массе. Но один мой друг грибочки не ел, только пиво пил. И теперь заболел, захворал за всех. Плохо ему, ему нужен билет в грибную страну. Красный гриб растет на балконе, желтый гриб растет на окне. Синий гриб, самый полезный, растет по главной полной темноте. Грибосы в массе, грибосы в массе, грибосы в массе, массы, грибосы. Грибосы в массе, грибосы в массе,
все грибасы. Юрий, привет. Скажи мне честно, да. Почему ты решил играть сегодня концерт? Потому что мне хорошо. Да ты грешник!